утро на Енисее. Йоркширский терьер. Маленькая собачка, очень преданная, очень любила нас. Домашнее животное у нас во дворе бегает, потому что дом частный. А собака, даже помесь у нее с волчонком. Если ему очень захочется перекусить что-то вкусненького, вот так вот в окошко встанет, заглянет и начинает требовать еду. Стоит зажечь в доме свет, он заливается еще сильнее лаем. И вот хоть сколько его не корми, ему все равно будет мало. Вы знаете, у меня был кот, он прожил у меня 21 год. Был удивительно весь белый. Он любил всех, особенно маленьких детей. И он был добрый. И даже на дачу брали, он мышку поймает, принесет ее живую. Перед нами выпустит. Кошка черного цвета, с зелеными глазами. Зовут Анфиса. Характер... путешественница. Любит гулять, гуляю со шлейкой, как с собачкой на во дворе. У нас есть домашние животные, две собачки. Одна мальтипу, другой бердский сенинхунд. Также есть котик, вот, но он, к сожалению, убежал. Расскажите про характер. Ну, на самом деле, они очень спокойные, очень любят играть, веселиться. У меня есть кошка, Сима зовут, она белая, трехцветная. Ну, у нее характер сложный очень. Ляжет на колени, но если ты ее не будешь гладить, она тебя цапнет. Самая большая мечта – это тигр. Я люблю животных побольше. Мне нужна большая кошка. У меня есть котик. Зовут его Коша. Это британец. Очень своенравный. Например, если я сижу за компьютером и не обращаю на него внимания, он подходит и меня лапы по плечу. Мяу-мяу, пошли играть. Вот. Иногда у него выскакивает вместо мяу мама. У меня есть кот, Сфинкс. Ну, я не стал придумывать ему сильно разумное имя. Я назвал его Лысый. Просто и все. Очень сильно люблю. Мне нравится его характер, он ласковый. От него тепло, с ним удобно спать. Очень хочу кошку или кота. Такое рыжего котика очень хочется. У меня французский бульдог, собака. Прекрасная собака, добрая, веселая. Храпят, сопят, ну и еще какая-то тело. Пахнут, ну да, такие. Но зато они добрые и веселые.